Как придумать такую шутку, которая до колик рассмешит целый зрительный зал? Уссурийские школьники выяснили это на мастер-классах КВН. Ирина Абдиряева – одна из сегодняшних учителей. Она играла в команде «Плинтус» и участвовала в краевом фестивале клуба веселых и находчивых. Ее рецепт юмора называется «Штурм». Каждому человеку дают листочек, пишут заготовку, ну какую-то полфразы буквально. Делается 3 заготовки и передается по кругу. И так, кто смешнее добьет, и шутки часто выходят очень даже смешными. Это профильная смена «Планета КВН» в лагере «Надежда». Ребята в лагере только второй день, но они уже прошли несколько мастер-классов и поучаствовали в специальных играх. Дети делились на группы, готовили друг другу загадки по поводу каких-то интересных объектов этого лагеря. То есть они бегали по территории, общались. Учиться мастерству КВН приехали 80 детей и подростков из разных школ. Здесь есть и те, кто еще не бывал на сцене, и новички школьной лиги. Мне понравилось. Я недавно в команде, и за счет этого лагеря мы очень хорошо сдружились со всеми. Познал много нового для себя, как узнал. Например, вот ребята приехали с нашей школы, с города, там вообще рассказали о КВН, чего я не знал, чего он Ира не знала. КВН, то есть это, ну, классно. В лагере ребята пробудут 3 дня, после чего продолжат занятия в Уссурийске. В городе работает КВНовское объединение в Центре детского творчества. Заниматься приглашают всех желающих. Очень хотелось приобщить как можно больше детей школьного возраста в КВН, потому что это помогает при адаптации, к примеру, когда они поступают в ВУЗ, то есть при адаптации вообще в среде, в обществе. Плюс это обучает остро реагировать на какие-то ситуации, то есть не банальным образом, а шутками. Вечером новички «Планеты КВН» покажут, чему научились. Они и более опытные КВНщики дадут свое первое совместное представление. Евгений Талов, Николай Фарафонов, Телемикс.